Добрый день. Жила у меня вот такая мамиллярия лептоканта, ну или рекой лептоканта. Со временем стала она вот такая. Цвела каждый год и наращивала деток. И чтобы она не стала вот такой, я решила ее поделить. Вытащила из горшка, поломала на кусочки и на полгода оставила на подоконнике. И вот что получилось. Все детки дали корни. Причем даже самые маленькие. Все живы и здоровы. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Теперь все они хотят отдельный дом. Слишком большой горшок не нужен. Вот такие подойдут в самый раз. А почва, преимущественно из песка и мелких камней. Хорошо бы добавить вермикулит, циолит или кирпич. На дно обязательно дренаж, горсть небольших камней до третьей глубины горшка, а дальше грунт. Собственно, мамиллярия, а сверху снова небольшие камушки. На случай, если мы повредили корни, желательно еще неделю не поливать. Ну вот, теперь им нужен отдельный подоконник.